Буквально за выходные вдоль первого километра трассы Нефтекамск-Уфа были вырублены десятки деревьев. На месте работают частники, желающие подзаработать, которые даже не знают, кто все это делает и для чего. Причиной массовой вырубки стало разрешение на строительство, которое было выдано администрации еще в 2014 году. Вскоре на данном участке будут построены торговые ряды. Разрешение на строительство дано на комплекс торговых павильонов. У них очень длинный участок у застройщика. На этом участке помещается 7 торговых павильонов, каждый где-то площадью по 500 квадратных метров. На сегодняшний день получено разрешение на 2 крайних, первый и последний. Заказчиком на строительство торговых рядов является организация «Сталкер». Возвести планируется 7 сооружений. При этом здания будут находиться симметрично и внешне отличаться друг от друга. Заказчик утверждает, что меры, связанные с вырубкой деревьев, временные. По завершении строительства зеленые насаждения вновь появятся вдоль дороги. Все работы ведутся в соответствии с данным разрешением. Там эти деревья будут размещены. На каждое вырубленное дерево по договоренности с отделом жизнеобеспечения администрации с застройщиком запланировано посадить 5 молодых саженцев деревьев. Татьяна Галиева, Альберт Гарипов, информационная программа «Ежедневник».